Doge. This is Doge referee. Look at this. Referee, remember? Yeah. Thank you, brother. You come back. Sen salam aleikum. Sonia. Чё, переехали? Московский Спартак. Надеюсь, никто не обидится. Бакай. Подожди, а где это? Джики, где Джики? Красава, ты чё соскочил? Сюда иди. Сюда иди. Идём, сфоткаешься с нами, идём. А где Джики? На этих смотрите, пацаны. Московский Спартак. Ну ничего, добавляйте, пацаны, добавляйте. В следующий раз. Не Спартак. Да, уже не Спартак, хорошо. Монтаж, кабин, ничья будет. Ну хорошо, это что, капитан? Вот. Капитан же Спартака. Смотрите. Короче, этот, мы там выберем этот, синий хочу, под мою кофточку, синие лурошки. Размер. Хорошо, 42. Понял. Точно. И под них, пожалуйста, мне... Такие же синие носочки. Мы там... Не, твои не нужны, брат. Твои не нужны, не. А я знаю. Аккуратно отложим. Люди придут, заплатят, а мы заберем завтра. Все, спасибо. Все, давайте коллективную фотку, пожалуйста. Только обувь или футболка еще? Не, мы уже там выберем. Футболка или пиджачка, фото будет? А? Конечно будет. Сперва сделаем общую, а потом чисто кто выиграли. Кто фоткается сейчас? Не, мы все сейчас фоткаемся. Давай, встаньте, идемте. Потом мы сделаем отдельно победителей. Я приору хочу. Давай. Какого года? Давай. Ай да. Сейчас подождите, я хочу, чтобы этот красава где прокомментировал здесь. Подожди. Он ночью писал мне. Подожди. Что там? Пусть скажет, что писал. Я что-то не то нажал, по-моему. Идет же эфир, да? Что? Этот, пожалуйста, этот, встану по солнцу, чтобы тебе видно. Ночью стой, что он мне писал? Сейчас. Он мне говорит. Хаба не поможет, да? Да. Ну, конечно. А я тебе говорю, настраивайся. Не надо говорить, что он тебе ночью пишет. Зачем? Смотри. Хабиб, мы настраивались. Не, подожди. Вообще, что здесь произошло? Просто 100 тысяч человек на тебя смотрят. Давай честно. Ты нам дал 3 почтальонов команду. Команду. Нет, 100 тысяч. Смотри. Подожди, в смысле команду кто выбирали? Подожди. Смотри, ты играл. Подожди, у вас команда. Ты играл, ты футболист? Ну, хорошо бы. Ты футболист? Где дальше? Футболист? Где это? Ананидзе где? Футболист? Еще кто был? Два повара, покажи, где они. Где эти повара? Правда, you play football, right? No. You know what is this football? Посмотрите на них. Ты на его носки смотри, носки. Будьте. Он нормально играет. Окей, давай, прокомментируй. Что было? Прокомментируй. Проиграли сколько? 4 мяча? На что играли? Джекия, на что играли? Луи Виттон. Не, любую обувь. Любую обувь. Я отказываюсь от обуви, я хочу приору. Посаженную, да? Да. Короче, да, спасибо большое. Если от нас какая-то что-то, знаете, какой-то негатив, если был, вы тоже извините. В следующий раз мы вам обязательно дадим победу. Ну, на этот раз надо было показать, что мы не только драться умеем, но и в футбол тоже играть умеем. Поздравляю. Все, спасибо. Извините, пацаны, извините, все. Да, я извиняюсь. Просто не хотел вам настроение портить. Это мои игроки. Это лучший игрок, это второй лучший игрок. Все, извини, вот Хабиб тоже здесь. Похож на меня, да? Ты же видел. Ты снял вот это, мой последний? Леди. Здесь братья тоже здесь аккуратно играли. Олежка, надо держи козел. Я лучший игрок сегодня. Это ты для себя лучший. Кума тебе подойдет? Не, брат. Нет, нормально. Всех обнимаю. Всем салам алейкум. Увидимся скоро.